Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру. И вот хотел бы поинтересоваться вашим мнением. Вот как вы считаете, за вот эти почти 30 лет уже множество людей, которые первый раз голосовали на выбор за Александра Лукашенко 20 с лишним год тому назад. Вот как вы считаете, те, что умерли люди и не видят, что превратилась Беларусь, до чего, так сказать, доправился Александр Лукашенко, они, если ожили, воскресли, так сказать, и увидели это, они бы тогда свое мнение поменяли о Беларуси, так сказать, свой выбор, который они сделали для вот этих поколений, которые сейчас фактически мучаются, они бы изменили свой выбор или нет? Вот напишите в комментариях ваше мнение. Я считаю, что те люди, которые фактически на нас смотрят с небес, те, которые сделали еще в 90-х годах выбор в пользу Лукашенко, я думаю, зная то, что сейчас творится, чему за эти почти 30 лет привел Лукашенко, они бы ужаснулись и прогнали бы тогда этого Лукашенко какой-то колхоз гной возить. А вот такое мое мнение. А вы-то считаете? Напишите в комментариях, что вы думаете.